чтобы явилось Царство Божье на эту землю, потому что оно уже есть на небе. Посмотри на небо, там все совершенно. Там Отец, Сын и Дух Святой в гармонии, в совершенстве. Они никогда не конфликтуют друг с другом, никогда не спорят друг с другом. Они помогают друг другу, они в гармонии. В идеале гармония Царства отобразится в гармонии на земле только тогда, когда через человека оно придет. Ты понимаешь? Бог отдал землю сынам человеческим. Во-первых, мы смотрим Царство Божье, оно в гармонии. Ничего не надо менять. Во-вторых, гармония должна прийти в человека, который и проявит Царство Божье. Третье, оно проявится на земле